мода. Мы сегодня пошли бегать, вчера мы катались на велосипеде. Вроде все это модно, активность, не знаю, специфический какой-то наряд для определенной активности. Но всегда ли плохо понятие мода? Не всегда, на самом деле, если я так тупо, топорно задаю этот вопрос. То есть бывает пустая мода, абсолютно пустышка, что-то субъективное, да? То есть какие-то шубы из убитых животных, я не знаю, какие-то кроссовки, в которых люди даже нормально не могут пробежать и 5 километров, или что-то такое. Есть мода в плохом смысле слова, есть мода в хорошем. То есть модно быть активным, модно заниматься какими-то вопросами минимализма, экологическими вопросами и прочее. То же самое с пропагандой. То есть есть плохая пропаганда. Посмотрите, включите российское телевидение, к примеру. Или, к примеру, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда честности. Разве это плохо? Конечно же, нет. То есть всегда эти понятия. Улыбка. Я могу улыбнуться искренне, радуясь, к примеру, тому, что человек совершил там хорошую покупку для него, хороший предмет приобрел, который поможет ему в его жизни, или что-то произошло хорошее у кого-то. Я могу искренне улыбнуться. Я могу, наверное, сейчас моя улыбка похожа на курягу, потому что я снял очки, и солнце светит, но в том числе можно улыбнуться, возрадовавшись ошибке чьей-то, или неудаче чьей-то, или когда твой конкурент, у него не получилось, и ты улыбнулся, типа, да, вот, наконец-то, карма, там, я не знаю, наконец-то что-то, даже если к тебе что-то не перейдет, но ты возрадовался тому, что у кого-то не получилось, скажем так. То есть есть разные интерпретации одного более-менее нейтрального понятия, скажем, улыбка и прочее. И да, к сожалению, все это прочитывать, интерпретировать, все это очень сложно. А? Да, жизнь непростая штука. Но поэтому я сделал или делаю в данный момент это видео, чтобы помочь вам, помочь разобраться, что хорошо, что плохо. Скажем, да, сегодняшняя тема основная – это домашние животные. Модно заводить вот собачек, которые подлиннее, да покороче лапки. Так называемые корги, а? Или как они называются, так же. И модно всякие, раньше, допустим, или до сих пор, мопсы всякие. Тоже короткие ножки. У этих собачек, благодаря селекции, у них от рождения астма, от рождения сердечная недостаточность, доги всякие. Тоже сердечная недостаточность, сердечная аритмия и прочие проблемы с сердцем. Эти собаки долго не живут. Все это результат селекции. Но это модно приобретать таких собачек. У сильнейших мир всего, по-моему, я очень много кавычек буду ставить в этом ролике. Надеюсь, не запутаю вас имя. Кого там в правительстве имеется целая куча этих коргов. Хорошая ли это мода? Уродовать, действительно, просто благодаря селекции уродовать живые существа, да, которые чувствуют, хотят жить. Они, может, по-разному чувствуют, они могут разное зрение иметь и прочее, но они так же, как я и ты, надеюсь, как ты, хотят жить, да? Это то, чего они хотят. Модно ли или оправданно ли их настолько уродовать, давать им с рождения короткие ноги, которые, к сожалению, не функциональны. Это все равно, что с рождения вы бы своему ребенку одели каблуки, да, не знаю, 15 сантиметров с рождения, каждый день. Вы бы одели своему ребенку с рождения рюкзак, в котором было бы, скажем, каждый раз, ну, с возрастом увеличивать 20-25% его веса. А? Вы бы сделали это. Но почему-то делают это с животными, не могут связать А с Б, не могут просто, точнее, в глубине души они могут, но благодаря упрямой слепоте, это психологическое понятие, то есть ты знаешь, что ты делаешь что-то неправильно, ты прекрасно это знаешь, но ты просто игнорируешь это, ты просто не хочешь это видеть, а? И я говорю не просто о каких-то людей отстраненных, я сам таким был. Когда я начал работать в Германии, я познакомился с человеком, который разводил, и до сих пор он разводит различных экзотических животных, насекомых. И в детстве на даче я наблюдал вот со всеми этими, не знаю, покажи, тут всякие паучки, что тут ползают, и я смотрел на них, и
наблюдал там какие-то эксперименты, возможно, даже ставил, в банку там садил и прочее. Все это я в детстве занимался этим. И приехав, соответственно, у меня была определенная зарплата, я подумал, слушай, Тони, его звали, да, а что там есть у тебя вот самое большое, да, самый большой паук, какой у тебя есть? Он сказал, вот этот вид самый большой, Тераposa blonda, блонди. Я такой, слушай, а сколько он стоит? Ну, столько-то, столько-то. А давай мы его организуем мне. Я купил самого большого паука. Вначале был, я спросил у него, я по знаку зодиака Скорпион, и да, вот такая вот мода, да, вот такими я мыслями пользовался, поэтому я прекрасно понимаю мысли людей, которые покупают животных каких-то модных у разводчиков и прочее. Это все я прекрасно понимаю. И я расскажу дальше из своего опыта. Я спросил у него, Тони, какой есть самый большой скорпион в мире? Мне нравилось. В России, соответственно, можете себе представить, насекомых особенно больших не особо много. То есть, да, самые большие насекомые из тропиков, когда им можно жить несколько лет в хороших условиях. И, соответственно, да, он посоветовал мне императорского скорпиона. И я говорю, можно ли организовать мне его? Запросто. Все, у меня был самый большой скорпион, я оформил террариум, это все там в форме хвостов скорпиона, сделал сердечко, приобрел самку еще, потому что узнал, что самка-то еще больше. И вот у меня были два гигантских скорпиона, и вот тут сзади бежит девушка с пуделями, опять-таки, который палит. Я не знаю, он что-то сосредоточился прямо на мне и чуть ли не выдирает поводок, когда она чуть пробежит. Сними, пожалуйста, сзади. Тоже модная собачка совершенно, и она не из приюта. А? Не из приюта, к сожалению. И да, вот это все у меня было. У меня было несколько скорпионов, у меня было несколько пауков. Я в том числе спрашивал Тони, какие бывают еще красивые пауки, там, может, крутой цвет какой-то. Он мне назвал пару действительно крутых цветов. Вот я сейчас там смотрю, например, или вы смотрите на какие-то окраску велосипедов, я смотрел на окраску пауков. И самые красивые из них с каким-то металлическим отблеском были выведены специально, да, именно с таким цветом, и они были стерильны, то есть они не могли продолжать свой род. Они были выведены исключительно для цвета, для того, чтобы их купили, такие вот, как я на тот момент. Они стоили очень дорого, я поэтому, наверное, не приобрел. От 300 евро взрослую особь, если тебе неохота, а мне неохота было их с маленького возраста растить до большого, большие, соответственно, стоили еще больше, на несколько сотен евро. И да, то есть это к моему фону, что у меня было. И этот опыт я, конечно, наращивал. У меня были ящерицы тоже красивые, в которых я поймал на даче. И зимой я тоже посмотрел в журналах или поспрашивал, как что. Взял 3-литровую банку или большую банку песка туда и прочее, ящерицу, ага, она у меня зимовала. Я всю эту зиму или под конец особенно чувствовал, что, блин, это не ее место. Это абсолютно не ее место. Однако все равно эту мысль я никогда до конца не развивал. И вы, некоторые из вас писали, вот ты же сам додумался до, скажем, веганизма, ты сам додумался, что делал неправильно, что сделал из своего хобби или, да, свое увлечение, в свое увлечение вовлек животных, которые в этом совершенно не заинтересованы. Да, может быть, опять-таки, возвращаемся к началу видео, увлечение не всегда плохо. Есть увлечение спасать животных, из приютов брать. У тебя есть возможность? Я не говорю про женщин, у которых 60 там, кошек в одной маленькой квартире. Нет, у тебя есть возможность, желание и способность, самое главное, то есть опыт какой-то, ты знаешь знания, да, как вести себя с собакой и прочее, заведи. То есть это без проблем, увлечение не всегда плохо. И да, то есть я вроде додумался об этом сам, скажете вы, и типа, Давид, дай шанс всем остальным додуматься тоже самим. Абсолютно, можно дать шанс. Я не ограничиваю вас в
анализе, рефлектировании, да, на эту тему. Но в свое время я к веганизму не сам пришел. Я не сам пришел к мысли о том, что это неправильно делать, вовлекать в свое увлечение, хобби животных. Да? Не сам. Конечно, конечное решение было моим, но мне помогали. Мне помогали такие же инфлюенсеры, как я сам сейчас. Именно поэтому я сталкиваюсь на YouTube тем, кем сейчас являюсь. То есть я помогаю людям в помощи им самим. Окей? Я не помогаю и говорю, делай так, делай так. Нет, я говорю, вот у тебя есть такая возможность, проанализируй, подумай, можешь ли ты ее имплементировать, интегрировать, да, встроить в свою жизнь. Это то, что я предлагаю в своих видео. Я никому ничего не навязываю никогда. Если у тебя такое впечатление сложилось, к сожалению, да, просто уходи из канала, больше никогда сюда не приходи. Все просто. Да? Но если ты чувствуешь, что, возможно, своим опытом я сэкономлю тебе время, я сэкономлю тысячи жизней животных, то оставайся, анализируй. После этого видео подумай, пообщайся со своими близкими. Возможно, если они еще слепее, чем ты сам был или являешься, то это не самые хорошие партнеры по коммуникации, по обсуждению. Тогда на форуме, возможно, обсуди. Но не останавливайся. Да? Я не говорю, что вот эти люди, которые страдают упертой слепотой, они плохие. Да? Я не говорю это. Просто их выбор не всегда хороший. Окей? И это было, в принципе, все на сегодня. Еще раз, к заводчикам, разводчикам и прочее. Я думаю, все, кто посмотрел вот до этого момента это видео, вы, наверное, должны понимать, что это нехорошо. Это бизнес на живых существах. Это как раньше, если хотите, с рабами. Да? То есть продавали рабов и прочее, делали на этом бизнес абсолютно то же самое, только в актуальное время это называется не расизм, а спешиесизм или специесизм. Это когда ты считаешь, что ты человек, homo sapiens, за счет того, что ты homo sapiens, ты superior, лучше, чем все остальные. Нет, эта мысль не имеет под собой ни какого заднего фона. Да? Если обратиться к человеку в масштабах планеты, то мы далеко не самое лучшее существо, заселяющее это место. Ну, давайте, в принципе, прощаться, мы будем дальше бежать. Покажи, пожалуйста, еще раз этот, наверное, прекрасный вид. И определенно будем дальше продолжать снимать видео по этому поводу. Я буду делать еще несколько видео, потому что люди не все смотрят видео, скажем так, или новые постоянно приходят. И, по моему совету, возможно, кто-то отписывается полностью, никогда не заходит. Конечно, я делаю дальше видео для тех, кто только пришел на канал и так далее. Спасибо огромное за внимание, за просмотр и, конечно же, оставляй комментарии, возможно, о своем опыте, о своем осознании своих проступков по животным, или что-то коллеги по работе, или что, как пришло твое осознание. Дай мне знать в комментариях. До этого.